Всем привет, дорогие друзья, с вами Облачный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о презентации WWDC 2019, которая произошла у нас уже сегодня, и расскажу о новой iOS 13.1 Beta 3. С чего хочется начать? То, что предоставили нам новенькие iPhone, iPad, сервисы разные, Apple TV, Arcade, функции, то есть по играм те, которые нам обещали, новый iPad, вот этот новенький iPhone 11 Pro, и есть просто 11 с двумя камерами и с тремя камерами. Функции, как всегда, у нас набиты полностью, начинка, самый быстрый смартфон на данный момент, ну и как всегда, это борьба с теми же Samsung и тому подобное. Неважно, не об этом суть. Дальше. Что нам эти камеры дают? Все три камеры по 12 мегапикселей, все с множественными функциями. Селфи-камера теперь используется уже в Slow-Mo и все-все остальные фишки. То есть поступает в трех цветах и будет доступен с, если не ошибаюсь, с 1 ноября. Это у нас Apple TV Plus и Apple Arcade уже будет с 19 сентября. Старт продаж у нас с 15-17 числа на iPhone, iPad и Apple Watch. Вот эти новенькие iPad, о которых я говорил, 10,2 Retina дисплей, iPad Nest, множество функций, раздельные экраны с виджетами, с клавиатурой, с рабочим на одном, это при том, что я говорю, это все на одном рабочем столе, очень классно оптимизировано iPad OS. Это ж те же Apple Watch, которые нам рассказывали с серии S5, то есть 5 серии, больше функций, опять же этот Heart Search, компас, Safe, то есть звонки через интернет, смена цветов и тому подобное. То есть под, опять же, смена цветов будет автоматически, то есть днем будет светиться вам белым, ночью вам будет темная тема, автоматическая смена. То есть цена будет за $689, это iPhone 11, часики будут стоить чуть поменьше, цену я как-то упустил, дело такое, цены вы уже сами можете узнать на сайте Apple. Подведем итоги, что мы здесь видим, как бы, что нам новое здесь зашло и с чем нам вообще сталкиваться. Новая iOS Beta 3, все описания я вам выложу в видео, то, что вы сами сможете ознакомиться, какие нововведения. Это еще не финальное, а может уже и финальное, посмотрим, если будет GM, значит это финалочка, Golden Master. То есть 15-17 числа будем ожидать уже релиз. Если же нету, значит чуть позже ждем отметочку GM, это будет релизная версия. То есть, а сейчас мы с вами посмотрим быстренько о том же, как она работает, как она отвечает, что же изменилось в этой iOS и скорость работы. Смотрим. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Подписывайтесь на мои соцсети, ВК, Инстаграм, Фейсбук.
и оставляйте ваши комментарии, чтобы я знал, о чем вы думаете, чего вам, может быть, хотелось, чтобы я что-то добавил. Всем пока!